Я еще вспоминаю эту песню, когда понимаю, что я до сих пор сделал это запись своей курсовой. Понимаешь? О, вот он. Варианты. Наташа, я за тобой иду, помнишь? Я такой. Ну ты там всем говорить. Не пугай себя, я Я когда его пробовал, я предполагал, что он не висит. Работа моя, я Блин, ну у меня на этом тоже... Где про все эти биты написаны? Где про все эти биты написаны? Что это такое? Я же какие-то минеральные... Я читал в этом. Ну, если его лекции можешь посмотреть, там есть книжка. Ответишь. Она так называется, по-моему, что-то 851. Вот эти TX0 это... Разрешение внешних прерываний. Разрешение внешних прерываний? По EX0, да. EX1 это разрешение внешних прерываний. Тут от кнопочки. ET это Enable Timer. Я сегодня услышал, не мог, думаю. EX0 Dash0 это младший, старший байт таймера. Ни одного РК, короче. Я это разрешение все. Я сказал три слова, типа, сам модуль, это графическая линия связи, и только я погуглил, а этот модуль, он вообще, блядь, телеком сделан, короче, для декодирования видеопотока, как это выбор на команды, я вообще не понимаю. Что там на железе не работает? Тот, у кого курсач с пиком. Если они не погодят, то еще какой-то.